Скажите, пожалуйста, а как обрабатывать крайнюю плоть, особенно перед сдачей анализов, чтобы анализы были корректными? Вы знаете, на самом деле, если ребенок не перегревается, если вы ничего особенного с ним не делаете, никакой дополнительной обработки, кроме регулярного мытья наружного с мылом, не надо. Не надо. Другой вопрос в том, что, как правило, врач-лаборант, который смотрит анализ мочи, он должен понимать, почему на бланке написан возраст и пол. Понимаете? И что если он смотрит анализ мочи мальчика, там, трехлетнего, то в этом анализе могут обнаруживаться и большее число бактерий, и клетки слизистой оболочки и так далее. И это нормально для такого мальчика. Именно поэтому на анализах это пишется. Пол и возраст. Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами. И будьте всегда в курсе последних наших новостей. Подписывайтесь на наш канал в YouTube.